Так, и снова добрый день. Предлагаю вашему вниманию вторую серию маршрута Москва-Волгоград. В основном движение по трассе М4 до Воронежа. Ну а там на развязке уходим на РД-98. В этой серии будет встреча с мошенниками на трассе, но диалога с ними не состоялась. На втором аккаунте «Видеодорог 2» этот фрагмент, где мошенники выскакивают на трассу и пытаются остановить автомобиль, будет замедлен, ну, может быть, раза в два, в три, чтобы можно было, насколько это возможно, рассмотреть этих проходимцев. Давно их не было, давно их не видел, не встречал. Но вот сейчас сезон, и они начинают осваивать дорогу, которая ведет на юг. Много туристов, отдыхающих, направляется летом. Ну, вот они такие, им приготовили в кавычках радостные сюрпризы. Поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны. Повторю, что этот фрагмент будет выделен и замедлен при размещении видео на аккаунте «Видеодорог 2». Ну а теперь желаю вам комфортного просмотра. Пишите комментарии, замечания, рекомендации, советы. Все. Так, продолжаем движение. Вторая серия. Справа по ходу Борятино. Населенный пункт совсем вдалеке. Поселок Горный. Справа проходит, ну, опять-таки вдалеке, железная дорога. Станция Казачка, поселок Глухой. Это с правой стороны. Слева ничего не видно пока. С левой стороны по ходу движения населенный пункт Большие Плоты. С правой стороны Сафоновка. Ну вот с левой стороны поворот был. Справа по ходу населенный пункт Буреломы. Потому что вороны выделяют.
Так, впереди развязка. Развязка R126. С левой стороны поселок Восточный. Так, ну вот заправка, вернее, терминал оплаты. Как тебе спалось? Ух ты! Я тоже проснулся. Ты в настроении проснулся? Да. Какой? Большой. Такой. Большой. Что вы там делали? Что он делал? Ты плавал на нем? Да. Так, Кирюш, давай, Колю. Колюш, ты проснулся? Давай немножко выйдем, разойдемся. Просто так воздухом подышим. Ножки, ножки, чтобы. Постоишь, а то ты сидишь уже очень долго. Головком разминается.
Это развязка на населенный пункт Ефремов. Город Ефремов. С левой стороны железнодорожная ветка. Так. Ну вот, короткий отдых. Слева по ходу станция, железнодорожная станция Лобанова. Пост ДПС. Ограничение 90. Местами железная дорога почти вплотную к трассе. Наверное, видно будет с левой стороны. Ну, вот прямо за деревьями железная дорога. С левой стороны извилистое русло реки Любашевка, примерно в километре. Вообще не доехать, в Крым уехать и там.
там остаться. Я вам еще денег дал. Она до конца месяца останется. Держитесь. Снова, да? Так, еще один терминал оплаты. Я не знал, что до конца месяца. Я знал, что она там выбирает. Ты не будешь? А, босс. А? Не будешь? Бутеры? Да, нет. Потом мы слышали, еще съедим по одному. Может, у бардачок, что я прохрапал? А, тоже нет. Это есть еще. Лабуда. Дай зефирки. Нет, сокер такой? Важно. Что это? Где? Зефир. А что берешься? Вообще как? Слева по ходу поселок Плоты. С левой стороны поселок Яркино. Thank you.
в какой-нибудь Гьезе, но Давид там что-то, я так понимаю, у него, я так понимаю, у него состоялся разговор с Кириллом, потому что Кирилл мне тогда потом писал сообщение, типа, какого фига ты ходишь по моим клиентам. Конечно, я со всеми общаюсь, продолжаю общаться. Мало ли там что-то придет, ну, понадобится, пригодится. 80. Ну ничего, уйдет. Ой, а в Волгограде вообще знаешь, какая жара? Там вообще постоянно солнце. Будем загорать. Да? Славился на матч Россия-Голландия. Нормально, да, чуть поел. Кирюш, скажи честно, сколько ты бутербродов съел? Сколько бутербродов съел? Словами можешь сказать? Словами. Да он показывает 5. Там всего 4 было. Да. Ну мы с длинной поели. Это ж там было? Так, впереди город Елец. Ну, да. Елец, уже видны пригороды на карте. Да. Ой, блин, он один раз укусил вообще и все. Обманываешь? Ну, не знаю, наверняка там есть какие-нибудь игрушки в этом. Чтобы силы были, да? Ну да, в Волгограде по-любому какие-нибудь игрушки. Ой, ладно. Да, хорошо, давай на связи. Ну конечно, давайте путешествовать, чё. Краснодар лучше Крыма. Кирюш, ты почему не поел ничего? Ты сейчас кушаешь? Кушаешь, да? Кирилл, говори громче, я тебя вообще не слышу. Съел? Один бутербродик. Давай еще. С правой стороны остался город Елец. Развязки на трассу. На трассе Р-119. По трассе Р-119 в Елец можно приехать и попасть. Блин, сам Волгоград еще помнишь, да, протяженностью 80 километров? Он длинный, как кишка. Узкий и
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. В каждой серии содержится 18 файлов 10-минутных. Слева по ходу впереди город Задонск. Километров через 8. Добрый день. Я бы хотел заявку оставить по поводу мошенников на трассе. Сейчас на 412 километре трассы М4 Дон стоят мошенники на трассе, обманывают людей, вымогают деньги. Да, 412. Ну, мошенников на трассе я в замедленном варианте на полном аккаунте. Или на аккаунте без ускорения на видеодорог 2. Там будет этот фрагмент вырезан и замедлен. Давненько я не видел, не встречал мошенников. Вот сейчас сезон отпусков. Многие едут на юг. Ну и эти... пользуются этим. Хорошо? А, малыш?
Так, с правой стороны поселок Замятино, с левой стороны Гнилуша. С правой стороны извилистое русло реки, как называется, не могу найти. С правой стороны также поселок Ксизово. С левой стороны, походу, Елецкая Лозовка. Лозовка. Контроль скорости. Ограничение 110. Перекресток. Развязка А-133 и М-4. Впереди. С правой стороны Елец Маланина, населенный пункт, станция Хлебная. А с левой стороны Воробьевка, деревенька. Вот развязки на А-130. 3 и на 42К704 к Воробьевке ведет. С правой стороны населенный пункт Конь-колодец. Конь-колодец и Дмитряшевка, деревня Дмитряшевка. С правой стороны. С левой стороны далеко, километрах в 3-5, деревня Савицкая.
правой стороны. Отскочная деревня, Отскочная. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Справа по ходу Петровская и Горожанка деревеньки. Поселки. Прямо по ходу Комсомольский. Вот Комсомольский поселок. Объезжаем его. Поселок с левой стороны. Право по ходу Богданова. Левый поворот — это город Рамунья. Поселки Айдарова, Староживотинные. Это с левой стороны, с правой стороны Новоживотинные. Что? Кирилл,
могу ничего с солнцем сделать. У тебя машина и так сзади затонирована. Впереди камера. Ограничение 90. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Прямо движение по трассе А-134 в левый уходит М4. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Справа аэропорт Воронеж, слева Чертовицы. С правой стороны вот лесной массив Воронежская Нагорная Дубрава. Впереди камера, ограничение 110. Двигаемся по трассе М4 в объезд Воронежа. С левой стороны по ходу деревня Боровое, железнодорожная станция Сомово. С левой стороны, с правой стороны Отрожка. Ну, на удалении примерно километр. Воронеж с правой стороны по ходу движения. Развязка с трассы Р-193 впереди.
Впереди камера. Ограничение 110. Так, терминал оплаты. 6. С правой стороны Воронеж остается. Значит, на развязке уходим на Р-298. Р-298. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Слева... Ограничение 70. С левой стороны новая Усмань. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Позади остался Воронеж. С левой стороны Садовое некоммерческое товарищество. 17, светлое. В данный момент движение по Р-298. С правой стороны будет трасса М4. Thank you.
Ну, с правой стороны сейчас параллельно вплотную идет М4. Контроль скорости. Ограничение 90. Коммерсанты, экономисты. Осторожно, дети. Ограничение 50. Да я хочу положить, чего они лежат в руках.
Саш, зайди на сайт банки.ру. Там есть вся статистика, у кого какой процент, у кого какая надежность, кто рискованный, кто безрисковый. Я бы рассматривал, наверное, не наши банки, он какой-нибудь Райффайзенбанк, там соседи даже. Так, ну подходит к завершению вторая серия. До следующей серии. Всем пока.